Смотрите, что мы сшили. Вот такой вот жакетик мы сшили. Видите, изделие на подкладке. Так, вот я там покажу подкладочку. Еще не дошито оно, у нас нет пуговичек. Сделали, да? Вот такая вот у нас работа. И это изделие было сшито очень быстро, потому что если вы следуете всем рекомендациям, то у вас тоже все будет получаться. Здесь цельнокраенный воротник. Давайте покажу. Вот так вот оформлен. Видите, как мы тоже с вами проходили. Здесь он шалевый, вот этот цельнокраенный воротничок. Здесь кармашки. Вы научитесь делать вот такие вот карманы в курсе. Вот в этом шьем ваши изделия на подкладке. Есть вот такие вот карманы. В листочку, как делаю их я. Они у меня получаются со всех сторон чистенькие. То есть вы нигде не видите никакого шовчика открытого.